Автандил Рагимов говорит, что за рулем автомобиля более 25 лет. Но даже обладая таким внушительным стажем, порой бывает невнимателен на дороге, как, к примеру, сегодня. Проезжая мимо пешеходного перехода, человека заметил в последний момент. Сотрудники госавтоинспекции сразу же остановили автолюбителя. Тот свою вину отрицать не стал. Не заметил пешехода, поздно реагировал на торможение. Но уже остановился на зебры. Виноват, что еще сказать? Поднять и простить. В отношении автандила составили протокол. Штраф ввиду того, что автолюбитель вину признал, выписали минимальный. Инспекторы отмечают, что наезды на пешеходов по-прежнему являются одной из основных причин аварий. А пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного движения. Причина наездов на пешеходов не всегда кроется в невнимательности водителей. Пешие участники дорожного движения не всегда убеждаются в безопасности перехода и не могут правильно оценить дорожную обстановку, рассчитывать расстояние до автомобиля и тормозной путь. Нужно помнить, что автомобиль является повышенным источником опасности, поэтому, садясь за руль своего транспортного средства, нужно быть особенно внимательным при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу нужно снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходов и только после этого продолжить свое движение. По статистике, 70% аварий случается по вине водителей, а в остальных ситуациях виноваты пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Елена Чернявская, Константин Головин. События.